допустим, вот комментарий по сегодняшней игре. Как прошло, что ожидали, что получилось? Ну, игра получилась, я думаю, очень тяжелой. Было тяжело играть как нам, наверное, так и прогрессу. Весь матч держался в напряжении, наверное, да, вот как мы видим, до последних секунд нужно играть до конца, и в мини-футболе все бывает. Даже нельзя просто расслабляться, элементарно, вот, там опять 8 секунд мы в предыдущем туре пропустили, и в этом, ну, это, не знаю, у нас какая-то проблема уже, мы первый раз это замечаем. Нужно работать, нельзя вешать голову, завтра второй матч, нужно настраиваться. Будет тяжело, я думаю, так же, как и сегодня. Никто не хочет уступать, ни прогресс, ни мы. Поэтому, я думаю, такие игры мне очень нравятся болельщикам. Угу. В чем сегодня вот сложность игры была главная? Ну, наверное, тяжело было вскрывать оборону, так как прогресс, все ребята молодые, бегут, стараются. Настроились на нас очень серьезно, дорабатывали до конца. Поэтому было тяжело. Вратарь сегодня у них сыграл, я думаю, здорово. Что наш вратарь, что их. Поэтому, ну, матч получился очень тяжелый. Ладно, спасибо.